Краснодар с размахом отметил Международный день защиты детей. Ребята из разных городов и районов края на большой праздник собрались сегодня во дворце спорта «Олимп». Там их поздравил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев сейчас в Санкт-Петербурге, где сегодня открылся экономический форум. Поэтому записал видеообращение, в котором пожелал ребятам провести летние каникулы так, чтобы они запомнились надолго, побывать на море, заняться туризмом и спортом. Все мы взрослые, родом из одного мира, из нашего детства. И прекрасно понимаем, как важно сделать его счастливым для вас. Краснодарский край – одна большая территория детства. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и заботу. Вы – наше главное богатство. Вы – наше будущее. И оно обязательно будет у вас успешным. Ярких вам впечатлений, дорогие ребята. Хороших летних каникул. С праздником! На краевой праздник пригласили участников и победителей региональных, научных, спортивных и творческих испытаний. Награды они принимали из рук вице-губернатора Анны Миньковой.